Oh my. Nope. Stop it. Нет! Ой, найс. Fuck it! Are you ready? Help me. Let's do this. Привет! Привет. Привет. Как у тебя дела, Ринг? Хорошо. Я рад за тебя. А что приключилось? Денежку в казино выиграл? Ну ничего, что бы ни случилось, я за тебя рад. Может быть, ты своей любимой девушке предложение сделала, она согласилась? Что происходит? Что происходит? Нет, он просто рад, понимаешь, потому что живой, вот и все. А я за него рад, потому что он живой. А все остальные тут что, мертвые, что ли? Скоро будет. Все, я иду Инку помогать, он мой друг. Да, у меня все нормально. Со спины. Да, блин. Все, конец. Привет тебе еще раз. Привет. Может, все-таки не пойдем ты на парк? Там красиво. Красиво-то красиво, но отлететь-то легко можно, правильно? Да нет, просто миссии нужно там выполнить. А, понял. Ну, я тебе помогу в этом. Спасибо. Мне ж не трудно. А еще мне нужно тебя два раза поднять. Ты можешь меня нокнуть, я не буду репорты кидать. А вдруг ты меня обманешь и кинешь мне репорт? Да я не обману, ты что, думаешь, я мышь? Нам приехали. Dude, stop. Wait or we kill you. Staying alive, наивный дурачок. А ты тоже, да, любишь так выезжать и поиздеваться немножко? Да, бывает. Но мне кажется, тут было бы лучше на русском. Мы же на русском сервере все-таки играем. Ну, я думаю, слово stop он бы понял. Ну да, он, наверное, общий чат не включил. Слушай, а ты же не из России, да? Из России? Как будто ты обычно играешь на азиатских или европейских серверах. Чаще всего на европейских. Блин, вот тебе везет. Просто понимаешь, я хочу, если в скваде поиграть. Я захожу, и там какие-то взрослые дядьки говорят: школьник, петушок, и расстреливают меня. Вот это именно русская комьюнити. Вот европейцы так не делали. Слушай, а ты что, ютубер? У тебя просто микрофон хороший. Нет. Мне просто обрадовался. То есть так ты не рад, если я не ютубер? Нет, я рад, конечно. Я рад просто тому, что ты со мной нормально общаешься, а не как с каким-то дурачком маленьким. Следы вижу. Пошли выследим их. Да-да-да, я вижу. Убил. Блин, второй, прости. И опять мы на русском сервере. А ты внизу посмотри, там твой ник, какие-то циферки, потом через тире ру. Я раньше определял, на каком я сервере по никнейму. Если там есть такие никнеймы, как петушок, то значит это русский. Молодец. Нужно их пушить.
Ого! О, у меня, по-моему... На втором этаже. Да, у меня... Что-то жесткий ты какой-то, как будто матрасы. Взял пиф-паф, все, нету. Мат, знаешь, что у тебя матрасов нету? Откуда ты знаешь? Муж, ты молодец. Ладно, все, не время для разговоров, пора уже играть. Даже пусть дым рассеется. Прессуй. Убил одного. Прессуй. Все. Что-то какой-то нифиговый у нас тимплей. Хорошо, справляемся. Здесь внутри. Все. Его сейчас зона дает. Труп. Молодец. Двое в живых. Я знаю, где они. Бежит. Ног. Нужно второго знать. Вот он, вот. Вот здесь. Где второй? Под скалой. Кто под... Молодец. Ты стратег, ты хороший стратег. Варик играл, да? А какие ты духи используешь? Ну вот, конкретно сейчас Карвен. Понятно, мой папа тоже использует. Я использую либо Пако Рабана, либо Давидов. Хороший вкус. Правда, это не мой вкус, это мне мама подобрала. I have a gift for you, my friend. Ого, а у тебя есть что? Нет. Ну ты возьми. Так много медиков. Хорошо, что не педик. Кстати, по-моему, русские игроки слабее европейских. Да, определенно. Три смока есть, мне этого хватить должно. Меня ты зачем закрыл? Сори, привычка профессиональная. Мне до сих пор не верится, что я нашел нелитарт русского тиммейта. Да взаимно, взаимно, на самом деле. Сколько тебе лет? 7. Это удивительно. Поднимись сюда, я постоянно вот эту вот штуку с коряком путаю, вот эту вот штуку. Да, то же самое. Ну, уже привык, конечно, но... На, это тебе. О! А что означает хосе? Как бы инк это incorporation или что-то в этом роде? А хосе типа хэдшот, да, или чё? Инк просто инк. А хс раньше клан у меня такой был. Но расшифровывается high skill. Ну ты не очень, да много YouTube смотришь, во всяком случае русский. Я сам ютубер. Чё мне смотреть других? Ты ютубер, я так и знал! У меня было чувство, что ты слишком какой-то нормальный, адекватный. Что, только ютуберы нормальные, адекватные? Нет, конечно же нет, но просто у тебя ещё и микро хороший, ты хорошо играешь, адекватный такой весь. Ты, наверное, стримишь, да, сейчас? Нет, я не стример, я ютубер. А ты сейчас пишешь? Да, я всегда пишу. А как канал-то называется? Ну вот на YouTube, если хайстоп наберешь, HS, как у меня, да, в нике, пробел топ, то ты его сразу найдешь. А чё, сколько там подписчиков? Я не помню. Ну, 1010 есть? Мне кажется, да. Ну, если хочешь, можешь посмотреть прямо сейчас, мы в здание сесть, свернуться, посмотреть. Ну-ка, давай. Сейчас посмотрим. Офигеть, чувак! Так. Ты что, реально твой канал? Ну да, зачем мне врать? Нифига ты молодец. Там, если на главной странице канала моего будет справа графе рекомендуемые, мой второй канал, который будет называться просто Инк. Вот там чаще всего я делаю видео по PUBG. Ну, можешь потом сам ознакомиться. С тебя лайк, подписка, колокольчик. С друзьями поделись видосиками. Не, ну а как иначе? Посмотри обязательно, потом мне расскажешь. Там в комментариях можешь писать, я комментарии все читаю. Договорились? Блин, мы как тут фигней маялись, мы уже в топ-20 попали. Ладно, давай двигаться уже, а то сейчас зона не у нас будет. Но если... Ой, что?
что с твоим микрофоном было сейчас. Сорян, я нечаянно ножкой провод от микро дернул. Я челика с Тетриса этому убил одним выстрелом. Но, возможно, он еще был покоцанный, ну хз, хз. Не-не, вот АВМ, он пробивает даже фуловый шлем. Нет, извиняюсь, только два оружия могут пробить третий шлем. Знаешь, какое второе? М24 или МК какой-нибудь? Нет. Сайга? Нет. Дай подумать, не подсказывай. Короче, можешь дать подсказку, это относится к дробовикам или нет? Нет, это не дробовики, это не пулеметы. Так, значит, это либо СР-ка, либо ДМР-ка, либо Р-ка. Нет, нет, нет. Что? Интересненько. Это не огнестрельное оружие. А, ну тогда ПАН. Нет, это не мили-оружие. Так, если не мили, не огнестрельное, то метательное? А, я знаю, все, я знаю, стой. Это арбалет, это да. Арбалет. Да. Так, с нами раз, два, три, четыре, пять, шесть пар. Думаю, мы помрем. Блин, я лутал челика. Здравствуйте, ребятки. Hello. Второй, привет. Привет. Здрасте. Иван, здрасте. Божечки, куда я попал? Короче, как зовут? А, вы все тут, да? Конечно. И компанией. Я рад, что вы нашли друг друга. А, кстати, может, туда не полетим? Там, может, мало места, да еще и зоны не будет, и мы все нокнемся. А может, мы туда полетим все-таки? Нет, не хочешь туда полететь? А может быть, мы просто всех там сдробовим? Короче, пацаны, я не к вам, я в маленькие домики полечу. Хорошо? Хорошо, да-да, давай. Удачи тебе там, всего хорошего. А потом, надеюсь, ты не сразу умрешь. Так, пацаны, ну с нами сквад есть. Говна один сквад. Занимайте маленькие домики. Там сквад из говна сделан. Конечно. Боже мой, какие же вы милые. Не то слово. Я не милый, я злой. Да. Особенно, когда злой. Я был неправ, зона у нас. Хорошо, давай потише, друг. Я убил одного и теперь текаю. Ты его полутал, надеюсь? Да. Я думал, ты на него устрашающим взглядом посмотрел, и все. Ну, я на него устрашающим взглядом посмотрел, потом убил, потом полутал. Да, и потом он обосрался, да? Эй, первый, не торопись ко мне бежать. Я еще не полутал дома. Понял, не торопись к нему бежать. Хорошо. А 5.56 у кого-нибудь есть? Да, я могу тебе много дать 5.56. Да? Ты колдун? Да, я обменяюсь на гранаты. Мне нужны гранаты. А дымовуха подойдет? Нет, мне нужны хаешки. Он не знает, что такое хаешки. А, я понял, что хаешка — это флешка, да? Конечно. Конечно, первый, иди ко мне, я тебе дам флешку. В лицо. Второй. Мне кажется, тебе на день рождения... Второй, у тебя когда день рождения? Божечки. Скоро. Я тебе подарю губозакаточную губу. Второй, ты за кем следишь? За первым или за четвертым? За тобой. А я думал, ты следишь, как Дед Мороз тебе подарок ложит. Губозакаточную губу. Сделай 4 выстрела в голову, и он умрет. Третий, не обижайся, но я тебя замучу, ты очень мешаешь. Может, или как убежал? Вспомните? Найс. Чуть левее по его стопам идет еще один. Заткнись, второй. Кто меня слышит, передайте второму, чтобы он заткнулся. Добил. Ай, дураки, вон он там чил. Слева от тебя, Оверлас, слева от тебя. Да сука. Да надо было уметь играть, лошара четвертый. Хопа.
Раз уж ты всегда записываешь, может быть, мы сделаем тебе контентик для твоего английского канала и поиграем одну катку на инглише? Да, не обязательно. Ну ладно. У меня уже достаточно контента с тобой.